Всем привет, ребята! Ну что, продолжается наша рубрика по поводу героев. Очень у вас разбегаются у всех мнения, каких же героев следующих показывать, но вы пишите, я выбираю большинство комментов и делаю, скажем так, самые в первую очередь нужные обзорчики на героев, которые актуальны. На сегодня у нас это будет Ворожей. Давно мы о нем не говорили, что поменялось, что изменилось. Сборки для ворожая реально есть разные. Это топовый хиллер. У меня есть вот два таких вот ворожая. Даже, ну, то есть я два качал. Один с 10-м СО. Он классный для фарма, для таких фарм-локаций. На PvP-локации я уже использую вот такого 10-го с огненкой, так как Зефир игнорирует броню, и новый донатный герой тоже будет игнорировать броню. А здесь у нас идет плюс 80% жизни, плюс 55% отражалки. Плюс можно поставить и с эмблемой. То есть по талантам на сегодня самые топовые вот такие вот. Собирать можно его еще и ставить каменку, если вы без донат, как вариант на первое время. На урон его собирать категорически не советую, потому что он у вас будет слимным, ему нужен деф. Остальное там стойкость, дар, это все зависит от того, какой у вас. Можно любой талант прокачать, на начальном этапе он будет реально топовым. Можно даже без таланта бегать, у меня на многих аккаунтах без донатный, он без таланта и нормально все. Самое главное ему прокачать чем повыше скилл, чтобы он у вас хилил, и сделать эволюцию, чтобы он дольше жил. Дальше. По питомцам. У меня в основном, основную часть игры стоит вот карась, я не знаю, что-то мне он с карасем всегда вот пришелся, и я вот с карасем, и этого хватает вполне. Можно поставить ангела, в зависимости от того, где вы используете его. Герой имеет иммунитет к молчанию, то есть это самое основное, что почему можно на него ставить огненку, то есть она не заблокируется. По эмблемам на фарм локации ставите воодушевление, на PvP локации можно попробовать поставить выживание как вариант, чтобы его не слили смотрители, если у вас он сливается очень быстро. Можно поставить оживу, можно поставить ремку, чтобы он сразу включался, так как он будет хилить и снимать негативные эффекты. То есть такого плана. Также можно поставить там, ну, я говорю, Рудольфика можно и поставить по питомцам ему слона от стана. В общем, такие вот варианты по эмблемам у нас, по талантам я вам рассказал, по созвездиям. Какие варианты есть? Вот тут и по чарам. Самое интересное. Вот эту чарку бессмысленно ставить, потому что она дает атаку. Варианты самые топовые, это вот так вот Holy Conviction у меня здесь стояла. Это один из самых топовых чар, стоповых чар. Также можно поставить ритуал. Единственное, ну, он в принципе дальник, он будет попадать, добавит немножко жизни ему, плюс 50% на пятерке, потому что 6-7 это уже более донатные проблемные чары. То есть раз-два, то есть такие два варианта. Доспех вам подойдет, даст жизни, и можно использовать на смотрителей на атаке. В принципе, с такого больше я ничего бы не советовал. Еще как крайний самый вариант, можно поставить хранитель леса, он будет немножко его отхиливать, ну, победный для отражалки там, но опять же он даст атаку. Все, больше я такого ничего не использую. Если вы используете его на архе, можете поставить как вариант на первое время какого-то приспешника, ну, с этих двоих. Это чисто дефный вариант. Все, больше остального, вот это вот все, недомогание, там остальное. Главное сделать его живучим. Это самая основная задача. Если у вас будет жить ворожей, у вас будет реально жить самая тима. Вся тима. По созвездиям. По созвездиям идеальный вариант уклонения. Нет уклонения, видите его в жизни, в крит сопротивления, но не на атаку. То есть это самые лучшие варианты для героев. Уклонение, конечно, здесь топчик, по нем не будут попадать и будет все будет. Но такой вариант уклонения я показал на смотрителе. Есть один минус. Если вы собираете пачку на отражалку, вашего героя будут просто тупо мисать по нем, и не будет работать отражалка. Но с другой стороны, у вас зато он будет в PvP локациях просто огонь. То есть выбор либо то, ну... К сожалению, я уже не раз говорил, у нас нет возможности выбирать чарки
И, точнее, да, чарки для каждого, точнее, чарки для героев, вот тоже и чарки, и созвездия мы не имеем возможности выбирать. В этом и вся проблема. То есть у нас одинаковые герои, вот у меня две одинаковых и две одинаковых чарки. В общем, вот так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока. И пишите комменты обязательно, какие герои вы хотите видеть. Будет большинство какого-то конкретного героя, буду в первую очередь снимать на него. Всем удачи, всем пока.